Всем привет! Сегодня я хочу представить вам обзор по ссылочке с сайта iHerb. Посылка будет не очень большая, но кое-что, на мой взгляд, во всяком случае, там будет интересно и, возможно, даже кого-то заинтересует и подтолкнет на такую же покупку. Очень приятно, когда пишете вы отзывы и говорите, что благодаря моим видео что-то купили и вам понравилось. Это безумно приятно, конечно, просто не передать. И давайте начнем. Сейчас я покажу, что я купила в этот раз. Взяла упаковочку в 340 грамм. Это фирма моя уже полюбившаяся. Bob's Red Mill. Это у меня настоящие зародыши пшеницы. Очень давно хотела их купить, чтобы добавлять в выпечку, в каши, в творог, в запеканки мои любимые. Вот, наконец, их купила. Видите, они такие, не сказать, что сильно крупные. Такой средней степени измельченности. Очень полезны. Я думаю, не стоит объяснять и рассказывать, для чего они нужны. Потому что все знают проросшие зародыши пшеницы. Они, это просто какой-то эликсир молодости, который помогает сохранить и здоровье, и кожу лучше. Я, в принципе, сама проращивала пшеницу, использовала в пищу. Конечно, вот это будет гораздо удобнее и не менее полезно. Полезная покупка. Та же самая фирма. Упаковка в 793 грамма. Это у меня тростниковый сахар. Белый сахар, понятно, не полезен. И я решила в этот раз взять тростниковый. Брала также и кокосовый, и много всяких других. Но вот сейчас решила взять тростниковый. Честно говоря, еще не пробовала. Читала отзывы. Читала вообще, для чего нужно. Его можно использовать. Использоваться в выпечку, в различную, просто там в кофе, в чай, куда угодно добавлять. Дает небольшой карамельный привкус. Я люблю карамель, поэтому для меня это плюс. Взяла, буду, конечно, с удовольствием его добавлять в различные блюда. Следующая упаковочка. Та же самая фирма. Упаковка 680 грамм. Это цельнозерновая мука, состоящая из четырех видов злаков. Не из четырех, а из 10 видов злаков. Я уже брала различные мюсли, которые также состоят, каши, которые состоят из нескольких видов злаков. Вот в этот раз решила взять муку. Понятно, что полезная, в ней и льняная, и кукурузная, и овсяная, и множество других круп, злаков входит, то есть целых 10 штук. Еще один полезный пакетик – это мюсли. Мюсли называются деревенские. Объем 510 грамм. И что мне нравится в этих мюслях, в состав этих мюслей входят орехи, семечки, изюм. То есть ничего дополнительно для вкуса добавлять не нужно. Мюсли очень вкусные, они хорошо развариваются, становятся очень мягкие, нежные. Очень-очень, конечно, классная вещь, да еще и полезная. Еще из полезного и этот сахар, который сделанный из органической агавы, то есть состав на первом месте идет агава как раз. Здесь вот можно почитать состав. Он также подходит для диабетиков. Здесь 35 пакетов. Как видите, написано «нет ГМО», «ноль калорий». Брала по акции, там за какие-то смешные вообще деньги. Естественно, не могла устоять и, конечно, взяла. Из полезного у меня еще остались пищевые волокна. Это я взяла яблочные волокна. Естественно, они улучшают пищеварение. Я думаю, это многие знают. На сайте представлены также еще льняное волокно, которое также полезно очень. Я решила взять что-то не только полезные, но еще и вкусные. Яблочные были немножко подороже, чем льняное волокно. Во всяком случае, они вкусные, они чуть-чуть кисленькие. Это вот яблочки такие измельченные. И подходит добавлять в творог, в кашу, там, куда угодно, по чайной ложечке. И полезно, и вкусно, и
Очень классная вещь. Фирма Нау, как вы видите. Дальше у меня идет бат, это железо, я его уже брала такой, он работает, беру повторно для мужа, у него сейчас низкий гемоглобин, поэтому нужно пропивать железо, вот решила взять Сайхерба. Здесь 30 таблеточек нужно, 60 таблеточек нужно есть одну таблетку в день, то есть очень экономичная получается баночка и цена, качество, в общем, очень-очень даже неплохие. Фирма Томпсон. Работают, как я уже сказала, уже было испробовано. Взяла за смешную цену по акции, там буквально, не знаю, мне кажется, рублей 15, наверное, гомеопатическая мазь для ушибов, синяков. Видите, нарисован тут велосипедист, бегун, который могут упасть, и какая-то будет травма, и если помазать, то все проходит. Честно говоря, не пробовала ее еще, но читала отзывы. В принципе, отзывы неплохие, говорят, что действительно помогает, но за 15 рублей почему бы не взять, не попробовать, 14 грамм. Большая бадья, которую я беру уже третий раз, это фирма Everyone, мыло для детей. В данном случае у меня мыло для детей, это апельсиновое, использовать его можно для мытья волос, тела, как пена для ванны, огромная просто бутыль, 945 миллилитров, с удобным носиком-дозатором. Так, сейчас покажу. Вот такой вот стандартный носик-дозатор. Я брала уже лавандовый, брала кокосовый. Вот сейчас решила взять не тропический, а цитрусовый запах. Мне очень нравится и на волосах, и на теле, и, в общем, везде оно прекрасно себя показало, как незаменимка такая, если у вас что-то закончилось, то обязательно можно, то, вернее, можно спокойно использовать вот это мыло, которое прекрасно работает, очень-очень классное, хватает просто надолго, запах потрясающий, но не химический, не какой-то такой яркий, убийственный, парфюмированный. Нет, очень приятный, очень нежный и деликатный. Очень нравится, как я уже сказала, беру третий раз, только меняю ароматы. И последнее, что у меня осталось, это целые 4 упаковочки. Это подводки, всем известные, от Physicians Formula. Ну вот, одну я сейчас покажу, потому что они полностью одинаковые. Я взяла коричневую. А беру уже, не знаю, не первый год, не первый раз. Очень мне нравится. Но мне кажется, это идеальная просто подводка. Лучше ничего невозможно придумать. Она удобная, она прекрасно красит, делает стрелочку и тонкую, и толстую. Она долго не сохнет. Плюс она не раздражает глаза, помогает росту ресниц. С ней ресницы гораздо лучше растут. То есть никакого раздражения, хотя у меня много на что раздражения и аллергия. Удобная, ну просто вообще, я не знаю, можно петь ей дифирамбы очень-очень долго, ну, в такой красивой упаковочке, даже подарить ее не стыдно и очень даже здорово. Видите, здесь сказано, как лайнер она идет, и еще серум для ресниц. Если вы еще не пробовали, однозначно рекомендую попробовать. Мне кажется, вы тоже, как и я, и многие другие девочки влюбитесь и просто не захотите ее менять ни на что другое. Почему взяла 4? Потому что была акция 20%, скидка 20%, и плюс, если вы берете 4 штучки сразу, то еще скидка 5%. Ну, так как я ей постоянно пользуюсь, постоянно беру, ну, зачем мне было терять еще 5%, и я взяла в итоге 4 их целых. Здесь вот такая картинка сзади. Очень классная, просто супер вещь. Собственно говоря, вот именно из-за нее я и делала этот заказ. И, как вы видите, уже тут вот всяких вкусностей и полезностей тоже добавила. Ну вот это все. Такой был мой заказ. Надеюсь, видео окажется полезным. Я на этом его заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Всем пока и до новых встреч.